Сотрудники Госавтотехнадзора Московской области провели очередную проверку территории Щелковского района. Жители систематически продолжают нарушать правила парковки. В ходе рейда, проведенного инспекторами Госавтотехнадзора, выявлены автомобили, припаркованные на газонах. В частности, инспектор выявил нарушение на Центральной 71. Здесь уже неоднократно применялись меры к владельцам автотранспортных средств, паркующих машины в неположенном месте. Но, как показала проверка, проблема не в отсутствии парковочных мест, а в менталитете граждан, которые игнорируют заездные карманы. Сейчас посмотрели, рядом есть замечательная парковка, стоянка, где эти автомобили можно было бы разместить. Зачастую владельцы хотят выйти из подъезда и сесть в свой автомобиль. А достаточно пройти 100 или 200 метров, чтобы его оставить, не причиняя никому вреда и тем самым не нарушая закон. Похожая ситуация замечена и возле витаминного завода «Валента Фарм». Нарушителей закона привлекут к административной ответственности и накажут штрафом от 1000 рублей, в зависимости от количества зафиксированных случаев нарушений. Такие проверки проводятся регулярно. По сведениям инспектора, за неделю выписывается около 200 новых штрафов. Другим объектом проверки стали детские площадки. Инспекторы отметили, что за последние несколько лет в Щелковском районе увеличилось не только количество, но и качество игровых площадок, которые установлены по программе губернатора Московской области. Например, площадка во дворе дома 71 по улице Центральная содержится в хорошем состоянии. Однако инспектор выявил несколько нарушений. Представитель Госавтотехнадзора отметил, что игровая площадь не оборудована специальным щитом, на котором должно быть размещено правило пользования площадкой. Примем, естественно, меры в соответствии с законом. То есть это будет какой-то штраф и, соответственно, предписание на устранение вот этих недостатков. Также инспекторы Госавтотехнадзора в преддверии купального сезона продолжили проверки пляжей и мест отдыха у воды на территории района. Сотрудники службы контролируют состояние территории пляжей, пляжной мебели, малых архитектурных форм и прочих объектов. В ходе рейда Госавтотехнадзор проверил состояние пляжа в парке культуры и отдыха. Нарушений инспекторы не выявили и подтвердили готовность к открытию. Осмотрели инспекторы и стихийное место отдыха жителей у реки Клязьмы в поселке Загорянский. В будний день сама территория оказалась без видимых нарушений, а вот к летнему кафе у сотрудников еще остались вопросы. На месте сотрудники кафе, которые сейчас здесь работают, они не представили документы, разрешающие на право обслуживания населения именно в этом месте, по этому адресу. Поэтому руководитель данной организации, он вызван в территориальный отдел, и будем дальше с ним этот вопрос рассматривать. Если владелец не подтвердит законность размещения, ему грозит штраф от 8 до 10 тысяч рублей. Марина Позднякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».